А, это уже не лошадь. Ты видишь это? Анисья, что это? Мне страшно. Но ты видела его, он был так близко, мы уже почти его поймали. Анись, я тебя не понимаю, это же опасно. Ночью лесом ничего хорошего ожидать нельзя. Ты с ума сошла? Девушка, постойте, вы не видели ту черную лошадь? Почему тут люди такие невежливые? Сомневаюсь, что это был человек. То есть ты хочешь сказать, что это... призрак. Ладно, давай побыстрее найдем эту лошадь и вернемся поскорее в конюшню. Согласна. Мы прошли пол леса и так не нашли его. Куда он мог пропасть? Вон он! Быстрее бежим к нему, пока он не убежал опять! Тише, тише, тише. Наконец мы его поймали. Господи, я уже так устала за ним бегать. Давай это будет последний раз, когда мы за ним пошли. Давай, малыш, пойдем к тренеру. Что он нам скажет? Все в порядке? Извини за него. Лин, моя лошадь повредила ногу на тренировке, и я думаю, она больше не сможет выступать. Хорошо, Нори, мы тебе подберем другую лошадь, не беспокойся. Но мне не нужна другая лошадь. Нори, я тебя понимаю, это сложно, но ты не можешь просто так все взять и бросить. Ты должна выступить, ты можешь прийти самым первым. Ладно. Не беспокойся, все будет хорошо. Ты можешь взять лошадь, она стоит там в конюшне. Я вижу, твоя лошадь уже слушается тебя. Ну, наверное, да, но не совсем. Анисья, браво, это было великолепно! В последнее время я заметила, что у меня ночной охотник, он стал как-то, ну, начал немного стараться, что ли. Не знаю, может, я буду на нем выступать. А это, кстати, хорошая идея. Да, здравствуйте, девочки. Вы готовы к соревнованиям? А они разве должны быть не через неделю? Девочки, у нас тут такое случилось, что поменяли все. Там поменяли маршрут, выездки и в конкуре. И еще это соревнование перенесли на завтра. Завтра мы будем выступать. Приготовьтесь. Серьезно? Как мы все это выучим за один день? Садись. Ага, пала-та-та! Типа гонку. Но ты... О, девка пришла! Маленькая фантазия! Нет, пыль! Ну, они нормальные! Да заткнись! Ну, я уже начала! Дяди! Дяди по! Ага, ту-ду-ду-ду! Я улучшила свой рекорд, прикинь. Да хватит бить воздух! Зачем полегче? Мы не ищем легких путей, ты что, забыла? Ладно, давай уже. Тьфу. Алло. Да. Я говорю, твое лицо просто описывает всю эту ситуацию. Отстань. А, ну да, конечно, я побежала. У меня нога замлела. Где она? Алло, он пробежал сквозь этот забор дурацкий. Нори, ты это видела? Нужно срочно за ним побежать. Анисия, ты что, с ума сошла? Куда ты ночью побежишь? Это опасно. Я запершила горло. Отстань от меня. Ну? Лык, дорогой. Ты что? Ты что?
Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox. And then we start to